Всем привет, с вами Юля, мы находимся в Варшаве. Сегодня мы приехали к нашему клиенту, он нас пригласил к себе в дом. Приветствую, меня зовут Игорь, я из Белоруссии. Как долго ты здесь, в Польше? Уже 3 года. Я работаю здесь. Начинал с обычного рабочего. Использовался компанией... Услугами нашей компании HR&Group. Услугами нашей компании HR&Group, да. В течение месяца-полутора мне сделали приглашение. Дальше я подался на визу 10 дней. Я приехал сюда, был обычным рабочим. В глазах огонь, скажем так, да. Много перспективы, новые края, новая страна. И дальше я шел по карьере. Почему именно Польша? У меня не было проблем с языком, потому что я живу на границе, да, я родом из Бреста, я живу на границе, и поэтому ездил периодически сюда за покупками различными, да, поэтому с языком не было проблем, я понимал, что языковой барьер для меня не проблема, и я думаю, что я здесь останусь, наверное, навсегда. А скажи, пожалуйста, когда ты работал на предприятии, ну и сейчас, по сколько часов вообще вы работали? Есть определенное время, да, то есть от и до, две обеденные паузы, что, скажем так, у меня в частности, раньше, работая в Беларуси, в России, когда ездил на заработки, да, то есть этого не было. Здесь было отношение человеческое, да, и первых, это один момент. Второй момент, то, что жилье, да, мы всегда было там, чтобы мы жили в каких-то общежитиях, там, в вагончиках строительных, такого здесь нет, то есть все люди есть живут... хорошие условия, все понятно, да, ну, европейские отношения, отношение человеческое, и для... почему приехал сюда, потому что есть сравнение. Прожил 6 лет в Москве, видел это все, теперь приехал сюда, и я понял, что, ну, я обратно туда не вернусь просто. А как давно ты вообще здесь живешь, в этом доме? Как давно ты его... Ты снимаешь, да, этот дом? Уже больше года, да. Я снимаю этот дом, я снимаю. Я могу себе позволить с этой зарплаты снять этот дом. Не вижу проблем, да. То есть, так как я уже, может, говорил, я вырос с обычного рабочего до руководящего как бы отделом, да. Зарплата приличная, меня ценят, я это уважаю. И, в принципе, вот чего я добился. Я думаю, что дальше больше. Здесь я могу себе позволять любую пищу, да. Вчера зашел в магазин, купил там мясо, еще каких-то различных приколов, да. Она мне там, продавец говорит, 67 злотых. Я думаю, ну, не ошиблась ли она? Я посмотрел, нет, вроде все нормально. Но мне казалось, я набрал там на злотых 150, да. Но нет, 67 злотых. Что такое 67 злотых? У нас, я бы говорю, что у нас в Беларуси, допустим, я заплатил бы, ну, в раза полтора дороже. Ну вот, я живой пример, что я смог, я приехал обычным рабочим, смог, достиг. Я имею хороший автомобиль, имею хороший дом, могу себе это позволить, а и съездить куда-то отдохнуть, поэтому дерзайте, всегда все получится. Главное, как говорят мои заказчики, говорят, огонь в глазах, чтобы было, и все, и желание. Ребята, всем спасибо, всем до скорых встреч. А вы задавайте нам, пожалуйста, побольше вопросов, пишите, наши менеджеры с вами свяжутся. Поэтому давайте нам обратную связь. Пока!